Три человека погибли и один пострадал в результате аварии на трассе Махачкала-Буйнакск. По предварительным данным, водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газель». На момент аварии автобус не выполнял пассажирский маршрут, и в нем находилось три человека. Один из пассажиров «Газели» доставлен в больницу, два других человека, находившихся в автобусе, и водитель «Приоры» погибли. Обстоятельства трагедии выясняются. По предварительной информации, примерно в 16 часов 20 минут на 17-м километре автомобильной дороги Махачкала-Верхний Гунип. Водитель, уроженец Буйнакского района, 1981 года рождения, управляя автомобилем «Приора», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1963 года рождения, уроженца Унсукульского района. В результате ДТП на месте скончались оба водителя, пассажир автомобиля «Газель». Еще один из пассажиров доставлен в городскую больницу города Буйнакска.